Пегас – самый волшебный знак зодиака, высшего зодиака. И с 18 по 21 февраля будет открыт портал высшего зодиака Пегаса. Именно в это время на границе между Водолеем и Рыбами как раз и находится портал к Пегасу, окажется Сатурн и Солнце. Максимальную же силу этого знака мы, конечно же, ощутим в новолуние 19-20 февраля, когда соединение Солнца и Сатурна усилит Луна. Присоединившийся к этому небесному союзу добавит больше света лунного, и портал будет открыт в высшей мере. Интересно, что гармоничные аспекты в мировой оси судьбы, а как мы все знаем, новолуние – это всегда начало чего-то нового, запуск какой-то некой новой программы, какие-то трансформации и перемены. И судя по планетным связям, у нас у всех появится возможность изменить то, что было заложено ранее и имеет прочные корни, произрастающие из нашего прошлого, и тем самым получив шанс на лучшее будущее. В древней культуре пегасы воспринимались как высшие существа, способные подниматься в небеса, достигая обители высших сил, богов. В авестийской традиции пегасы были конями Митры, бога мира, договора, справедливости и истины. Они несли на себе солнце, знак Хварны. Хварна в Авесте – это энергии света, добра, счастья и процветания. Изобилие – это высший Божий дар, являющийся источником таланта и созидательной энергии. В астрологии люди, в чьих картах открыт высший знак Пегас, считаются богоизбранными, отмеченными свыше. Они, как правило, наделены смелостью, сильной склонностью к миролюбию и созиданию, массой разнообразных талантов. Пегас – это очень талантливые и креативные люди. Как правило, обладают способностями в разных областях искусства или науки, умеют вдохновлять и заряжать энтузиазмом окружающих. Им свойственно чувство полной внутренней гармонии с собой и внешним миром. И представители этого знака при высоком уровне развития открывают себе подобие пророческого дара. У некоторых даже получается моделировать будущее. Они часто бывают очень обаятельны и миловидны, умеют притягивать, располагать к себе людей. Пегасы часто находятся в приподнятом настроении, оптимистичны и позитивны. И через свою деятельность, творчество, слово могут делиться с окружающими людьми энергией счастья, радости и оптимизма. А что же может принести нам открытие высшего знака Пегас? Пегас может дать нам какие-то шансы и возможности достойным тем, кто избран, отмечен свыше. Он может наделить многих из нас вдохновением, указать на неоткрытые в нас таланты и способности, помочь увидеть новый путь развития, а кого-то может наградить даже пророческим даром. Пегас – это символ возвышения над обыденной жизнью, это символ полета, развития духа и созидающего начала в каждом. При открытом Пегасе кто-то может услышать призыв свыше, встав на путь обличения лжи, поиска истины, отстаивания справедливости, защиты мира, добра, жизни. Так что в эти дни можно наблюдать, заявят ли себе в положительном смысле какие-то люди. Еще в период открытия Пегаса можно найти ответы на очень важные и глубокие вопросы, определить для себя верный путь, который приведет к счастью и процветанию. Некая правда может всплыть на поверхность серьезной, лжи могут быть уличены некоторые личности. И, возможно, также прозрение, просветление людей, пробуждение в нас светлого начала, любви, сострадания, гуманности. Есть и шанс на зарождение новых идеалов, мировоззрения, имеющих более чистую и светлую основу.
есть вероятность каких-то открытий и в космической сфере, ведь Пегас – это символ полета к звездам. Но Пегас, помимо благ, может дать и искушение, чтобы проверить, кто достоин его даров, а кто нет. И самый главный порок, который неприемлем, это гордыня, тщеславие. Ведь принцип Пегаса – это взлететь, но не возноситься. Поэтому на эти дни не забудьте об этих негативных качествах и ни в коем случае не проявляйте их даже в мыслях. Помните о легенде об Икаре, которая имеет прямое отношение к Пегасу. Все мы знаем, чем там дело кончилось. Наказание Пегаса за гордыню, тщеславие очень суровое. Оно лишает человека шанса обрести счастье, прикрывает доступ к высшим вселенским энергиям и гасит внутренний потенциал огня. Завет Пегаса – это служение высшим силам, направляя свои таланты, способности на созидание и на всеобщее благо, а не на разрушение, следуя путем эгоизма и корысти, персональной выгоды. Это не путь развития, это путь разрушения. И еще Пегас может быть открыт при участии также Сатурна в этот раз, а значит, нам нельзя отрываться от реальности. Важно вовремя заземляться, ни в коем случае не утрачивать бдительности, разумности, серьезности и ответственности. И в целом нельзя терять голову. Пегас может дать какие-то шансы и возможности достойным тем, кто избран, отмечен свыше. Он может наделить многих из нас вдохновением, указать на неоткрытые в нас таланты и способности, помочь увидеть новый путь развития, а кого-то, возможно, даже наградить пророческим даром.